На канале ТВЦ состоится премьера четырехсерийной детективной мелодрамы «Забытый ангел», выход которой ожидается 10 октября. Фильм снят по мотивам одноименного романа Виктории Платовой. В центре сюжета сериала Ольга. Она в силу обстоятельств решает разойтись со своим влиятельным и обеспеченным супругом. Но в процессе развода Ольга проигрывает судебное заседание и лишается права видеть свою дочь. Женщина в отчаянии, законными способами получить опеку над девочкой не получается. И после этого Ольга решается на весьма опасный и рискованный шаг. Она не находит ничего лучше, чем похитить дочку и увезти ее в самую глухую провинцию, где их никто не сможет найти. Прибыв на место, Ольга с ужасом узнает, что это забытое провинциальное место тесно связано с ее прошлым, которое она когда-то пожелала забыть как страшный сон. Тихая, на первый взгляд, Ольга хранит в себе множество страшных тайн. И теперь ей придется бороться не только за любимую дочь, но и отстаивать свою невиновность в обвинении об убийстве, совершенном много лет назад. Главные роли в сериале исполнят Ксения Новикова, Вероника Плешкевич, Дмитрий Бурлаков, Дмитрий Пчела и другие. Премьера четырехсерийной детективной мелодрамы «Забытый ангел» состоится 10 октября на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.